А вот молодые специалисты «Алроса» посоревнуются в нестандартных решениях производственных задач. Второй онлайн-чемпионат по решению инженерных кейсов пройдет 1 декабря. В прошлом году участники разрабатывали кейс по промышленной безопасности на руднике «Интернациональный». Летом из-за повышенной влажности в шахте происходит размывание верхнего слоя почвы. И погрузодоставочную машину может занести на дороге, она становится скользкой. Молодые специалисты предложили собирать всю жидкость в специально отведенную нишу. До 29 ноября оргкомитет принимает заявки по электронной почте, адрес на экране. Молодые специалисты «Алроса» со всей России смогут выбрать одно из 7 направлений – энергетика, экология, промышленная автоматика, информационные технологии, промышленная безопасность, горное дело и геологоразведка. На решение кейса командам дадут 12 дней. Участие в данном чемпионате дает молодым специалистам возможность проявить себя перед экспертами компании по своему направлению и перед топ-руководителями, что в дальнейшем отражается на карьерных передвижениях молодых специалистов.